не могу не подснять. На Волховском пожарном депо манекен стоит прям как настоящий, издалека не отличишь. Интересная идея. Так, вот мост через Волхов. По нему как раз идет выльник, причем 15-й выльник с грузовым поездом. Ага. Вот такие вот виды. А вон там она, Волховская ГЭС. И, собственно, плотина. Направление пошло дальше на Тихвин, Череповец. Тут мы довольно высоко, кстати, находимся. Сегодня хоть нормальная погода, а то в предыдущие дни все были дожди и дожди. Вот тут, кстати, сооружена металлическая лестница вниз. Но она очень крутая, и я, естественно, по ней спускаться не буду. Слишком страшно. Я все-таки высоты боюсь. Если более пологого спуска где-нибудь дальше не будет, вниз стороне пойдем. Вот я уже подошел ближе к плотине. Конечно, хотелось бы, чтобы сброс воды был зрелищнее и больше. Но сегодня вот он вот такой. Собственно, сама Волховская ГЭС. И с нашей стороны идут вот три провода, я так понимаю, это 220 кВт. Отходит от ГЭС и на магистральную ЛЭП. Вот так вот все выглядит непосредственно у самого шлюза. То есть вот уровень воды там и уровень воды тут. Вот так все это выглядит. Кстати, с той стороны что-то надвигается, а то вроде что-то дождей сегодня вообще не обещали. Странно. Ну что, вот теперь вид с другой стороны. Железнодорожный мост. Волховская ГЭС вон там. Вот он какой-то катер поплыл. Сейчас мы его поймаем. Вот он. Путейский 225. Ага. Дальше, что еще? Это уже вид вот с пешеходного моста через Волхов. Так, люди рыбу ловят. Значит, в Волхове рыба водится, питерцы. Судя по номерам. Из Санкт-Петербурга приехали рыбу ловить. Что еще тут? Судя по всему, этот мост бывший автомобильный. А там что? Там автомобильный мост через Волхов. По виду новый. Так, и там какая-то байда. В общем, вот так вот выглядит Волхов туда, вниз по течению. Впрочем, он уже скоро там впадает. Ладожское озеро, хотя он здесь прям вот достаточно широкий. Вон там через мост в сторону Тихвина пошел поезд дальнего следования по ДП-2К. И даже вагоны европейского габарита есть в составе. Апокалиптические облака со стороны Санкт-Петербурга, с западной стороны. Вот сейчас мы уже с другой стороны реки, с восточной. Вот тут какая-то пристань, что ли. Там что стоит? Росморречфлот. ТС-10 Санкт-Петербург стоит катер. Тут что-то огорожено, какая-то ремонтная зона, что ли.
или что-то в этом роде. Там Волховская ГЭС. Но вроде сброс воды так и не увеличили. То есть сегодня, к сожалению, не зрелищно, увы. Вон там 3С4К Дончак поехал. Запоминаем, короче, рога подняты на бустерной секции и на задней. Передняя мерит с опущенными рогами. Контейнерный состав. Идет. Это же она, оказывается, первая. Интересно. Вот это тоже почитаем. Интересно. Время есть. Вот так вот выглядит лицевая сторона Волховской ГЭС с видовой площадки. Непосредственно перед станцией, уже там уже вниз спуск на станцию, они установили, значит, бюст. Как его там звать-то? ИГО Крафтева, академик, автор проекта и главный инженер строительства Волховской ГЭС. И вот тут прямо сразу отходящая линия от станции. Вот тут, судя по тому, что в гирлянде 16 изоляторов, это 220 киловольт. Тачку сейчас встретишь редко. Волга 2410, кубинский вариант.